Жители села Ахмирово, что в пригороде Усть-Каменогорска, до сих пор не могут дождаться воды. Проблему эту мы уже поднимали в эфире нашего телеканала. Месяц назад мы выдавали сюжет. Изначально жителям обещали дать воду летом, потом передвинули сроки на октябрь. Теперь выясняется, что сдачу в эксплуатацию новой системы водоснабжения вновь откладывают. Сейчас заканчивается вторая декада ноября, а живительной влаги до сих пор нет. Между тем, более 500 семей не имеют элементарных благ цивилизации. В отделе ЖКХ город отмечает, что строительство ведется. Из 22 километров сети на 16 работы полностью завершены. Чтобы избежать возможных массовых аварий, идет их поэтапное подключение. Абоненты должны получить воду к концу месяца, обещают чиновники. Остальные два участка, это 6 километров, 5-6 участок. Мы не можем туда пока дать воду, потому что еще мы не произвели там хлорирование, дезинфекцию. Без дезинфекции, соответственно, люди могут отравиться, и чтобы избежать таких ситуаций, мы пока еще туда не подали воду.